креативить, можно делать и всякие творческие свои возможности проявлять безгранично. То есть для человека, который смотрит на мир с творческим взглядом и открыт для смелых решений, жизнь, конечно, прекрасная игра. То есть можно творить, конечно, все, что хочешь. Главное не закрываться и главное позволить себе делать так, как ты себе изнутри подсказываешь. Потому что многие, конечно, пока еще да себе говорят не всегда, не так часто. Потому что да, нужно говорить себе всегда. Тогда, конечно, все так получается очень по-волшебному. Хочешь, чтобы какое-то желание исполнилось, нужно пространство говорить «да». Первое правило воплощения. Довериться. Аудио? Да. Давай.